Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Праздник в масштабе одного подъезда. В доме номер один по проспекту Строителей запустили новый лифт. Жители дома воспользовались программой развития регионов 2020. По следам Алихана Бакейханова, ведущие историки и филологи Карагандинского государственного университета отправились в экспедицию по местам, где жил и работал великий общественный деятель. Футбол, баскетбол и шашки. В день столицы на стадионе «Шахтер» прошли городские спортивные состязания. У жителей первого дома по проспекту Строителей праздник. В доме заработал новый лифт. 20 лет они были вынуждены пешком подниматься на 9 этаж. Решение проблемы пришло внезапно. Жильцы узнали о государственной программе развития регионов 2020 и воспользовались ею. Вместе с жильцами новый лифт оценила Аймамрина. Зоя Квасова живет в этом доме уже 30 лет. Последние 20 женщине приходилось несладко, ведь ее квартира находится на 7-м этаже, а лифт сломан. Походы по лестничным пролетам на 7-й этаж каждый день отнимали у женщины около 15 минут. Она, так же, как и остальные соседи, старалась реже выходить из дома. Зоя Леонидовна – инициатор ремонта лифта. Каждый месяц она будет платить по 1800 тенге. Беспроцентную рассрочку обеспечила специализированная уполномоченная организация. В нашем подъезде проживают все категории. Есть и пенсионеры, и молодые, беременные, и дети. И благодаря этой программе, благодаря тому, что мы восстановили лифт, сейчас будет очень удобно нам. Во-первых, это было очень тяжело подниматься. Допустим, я живу на 7-м этаже. Ну, с остановками поднимались. А сейчас мы очень благодарны, то, что мы попали в эту программу. Соседи дружно ждут первой поездки. Все гурьбой заходят в лифт и тестируют его грузоподъемность. По их словам, никто никого не принуждал. Заявку на ремонт подписали все, за исключением первых трех этажей. Программа развития регионов работает уже с 2011 года. Суть программы в том, что жильцы получают беспроцентный кредит от государства. Здесь от государства выступает оператор, это специализированная уполномоченная организация, то есть мы финансируем эту программу до 15 лет, минимальный срок 8 лет. Преимущество программы в том, что каждый из жильцов платит только за себя. За последние годы жители области уже успели воспользоваться данной программой, однако были и негативные опыты. Дефекты и брак появлялся, а подрядчиков и след простыл. Сейчас же система отлажена. На все виды работ, а это ремонт кровли, дверей, окон, лестничных площадок, установку или реставрацию лифта, есть гарантии, утверждают подрядчики. В случае обнаружения дефектов компания обязана устранить их за свой счет. Гарантия длится 3 года. Еще один плюс – подрядчики не получают предоплату, как раньше. А это значит, что возможности исчезнуть с деньгами у них нет. Айым Амрина, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Неработающая ливневая канализация. Именно она стала причиной больших луж в микрорайоне «Орбита-1». Сегодня там проводится большой объем ремонтных работ. Городские власти заявляют, что проблема будет решена. На протяжении многих лет от жителей района «Орбита» поступали жалобы. Действующая ливневая канализация на внутриквартальной дороге пришла в негодность. В дождливую погоду дорога заполнялась водой, которая никуда не уходила, образуя болото. Это доставляло жителям немало проблем. Водители автомобилей не раз теряли свои номера и личные вещи в застоявшихся водах. По словам жителей данного района, проблема беспокоит их 30 с лишним лет. В этом году руководством города жалобы были рассмотрены. В первую очередь на данном участке вывезли порядка 40 тонн скопившегося ила. Потом попытались найти существующую ливневку, но в связи с тем, что уже время большое прошло, мы так ее не смогли решить. Принято решение отвести воду за счет естественного уклона в действующую ливневку по улице Приканальная. В связи с этим полностью работы геодезические проведены, затем отсыпали основание щебня и одним слоем асфальтобетона полностью прошли. Жители остались довольны проделанной работой, однако говорят, что следует довести дело до конца и прибрать весь рабочий материал. Теперь горожане надеются, что никакие дожди им хлопот не доставят.
Вот на этот участок, сколько я здесь, 32 года живу, и постоянно здесь у нас вода. Лужу не пройти. Машины? Машины буксуют. Вот сейчас хорошо сделали. Вот на днях, да? Вот. Буквально, может, месяца даже нет еще, как сделали. Все хорошо, нормально. Ну, вы здесь не жалуетесь? Все теперь хорошо? Ну, я как на машине не езжу, пока все нормально, все хорошо. В ходе ремонтных работ от жителей поступали различные предложения. Просили отремонтировать тротуар, остановочный карман и привести улицу в порядок. Работы еще ведутся, в планах завершить их в течение следующей недели. За счет небюджетных средств, с помощью дорожных организаций города и материала, который оставался с других участков ремонта, это, допустим, тот же бордюр с проспекта Республики мы здесь использовали. То есть максимально постарались решить вопросы граждан, которые они задавали в ходе ремонта на данном участке. Теперь проблема скопившейся воды не беспокоит жителей района Орбита. Если раньше здесь не мог проехать автомобиль, то теперь свободно гуляют люди. Облагораживание этого района будет продолжаться в скором времени. Здесь планируют постелить газон и таким образом озеленить наш город еще больше. Екатерина Афанасьева, Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. По следам Алихана Бөкейханова под таким названием стартовала экспедиция, которая поможет историкам найти новые факты и документы из жизни великого деятеля. Экспедиция стартует в селе Ахтугай, где находится могила родителей Бөкейханова, и завершится в Москве. Там будет развеяна горсть земли у его могилы на Донском кладбище. Экспедиция стартовала 6 июля. За несколько часов до нее участники провели пресс-конференцию и рассказали о своих планах. Свой путь участники начали из села Ахтугай. Далее поедут в Каркаралинск, где Алихан обучался в медресе. Также они посетят школу Бөкейханова и училище. Затем историки направятся в Семипалатинск, Омск, Санкт-Петербург, Минск, Самару, Оренбург и Москву. Алихан Бөкейханов – сын Сарыарки. В этом году исполнилось 150 лет со дня его рождения. Он был не только общественный деятель, но и преподаватель, журналист, этнограф. Один из лидеров партии «Алаш». Его заслуги признаны во всем мире. Памятные мероприятия прошли не только у нас, но и в России, Турции. Молодежь должна знать о нем. В экспедиции задействованы ведущие историки, филологи, алашаведы. В будущем они намерены познакомить читателей с подробной биографией политика. Поездка будет освещаться в социальных сетях и на отечественных телеканалах. Мы хотим посетить все места, где он жил, учился, трудился. Собранные материалы мы опубликуем в одной книге. Мы хотим, чтобы люди знали, каким он был – казахский преподаватель, политик. Экспедиция завершится 21 июля. Конечный пункт – Москва. Там над его могилой прочтут молитву и развеют горсть земли, которую специально доставят из Актугая. Айым Амрина, Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый карагандинский. Не переключайтесь, впереди реклама, ну а позже мы вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. В Карагандинской области участились убийства. В основном преступления совершаются на бытовой почве в ходе распития алкогольных напитков. Практически во всех случаях орудием преступления является кухонный нож. Об этом сообщили сотрудники специализированного межрайонного суда на брифинге по итогам полугодия. Также львиную долю в судебной практике занимают дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Судьи отмечают, наркодилеры – бич нашего общества. В основном на скамье подсудимых находятся наркоманы, а крупные дилеры остаются без наказания. Однако бывают и исключения. Совсем недавно в суд поступило дело в отношении крупных наркоторговцев, которых задержали при транспортировке героина из Таджикистана.
в основном дела мы рассматриваем вот против личности, это убийство в основном, как правило, и, соответственно, связано с незаконным оборотом наркотических средств. Это вот две такие категории, которые часто встречаются в практике нашего суда. Также бьют негативные рекорды дела против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Действия сексуального характера в отношении детей все чаще попадают в судебные сводки. Совсем недавно в суд поступил материал в отношении жителя Шетского района, который изнасиловал 6-летнюю девочку, угрожая ей ножом. Педофилу дали 7 лет. Кроме того, участились разбирательства, связанные с терроризмом. За полугодие в суде у нас рассмотрено 85 уголовных дел в отношении 115 лиц. Из них с вынесением приговора 81 уголовное дело на 108 лиц. 4 уголовные дела в отношении 7 возвращено на дополнительное расследование. Также в суде отметили, что дела с участием присяжных заседателей отличаются большой сложностью. Такие заседания требуют немалых финансовых затрат и тщательную подготовку. В текущем году с участием заседателей рассмотрено 3 уголовных дела в отношении 10 лиц. Айем Амрина, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде прошло ежегодное мероприятие «Месячник по профилактике острых кишечных инфекций». В Управлении прав потребителей были проведены семинар-совещания, на которых озвучили, что для поддержания организма в здоровом состоянии необходимо соблюдать простые правила гигиены, а также обеспечить население холодной и горячей водой. А сотрудники пищеблоков должны пройти санитарный осмотр и иметь санитарные книжки. Семинар-совещания проводились с детскими дошкольными учреждениями, то есть руководителями, медицинскими работниками, с летними оздоровительными организациями, с пришкольными лагерями, частными предпринимателями объектов общественного питания. Основными вопросами являются, конечно, это профилактика острых кишечных инфекций и недопущение пищевых отравлениями. В честь Дня Астаны, помимо праздничных концертов, для жителей шахтерской столицы были организованы спортивные мероприятия. Соревнования организованы отделом физической культуры и спорта города Караганды. Участие мог принять любой желающий. За спортивными состязаниями наблюдала Асель Сазамбаева. В день рождения столицы на поле стадиона «Шахтер» прошло республиканское первенство по футболу среди юношеских команд премьер-лиги. Принимали участие ребята 15 лет. В этом туре, так скажем, участвует 8 команд. То есть каждый встречается с каждой командой противоположной группы. Всего 16 игр. Сегодня второй игровой день. На спортивной площадке также состоялся городской турнир по мини-футболу среди юношей 10-12 лет. Соревнования по стритболу среди молодежи и взрослых. А в зале фехтования прошел городской турнир по шашкам. Целью данных мероприятий является пропаганда здоровой жизни, а также привлечение населения города к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Победители и призеры соревнований награждены медалями, призами и грамотами. Асель Сазамбаева, Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 42 06 49. До свидания. Саубуунздар.